Организаторы выставки «Краски Кивача» решили напомнить посетителям о красоте карелийской природы, о том, что она требует внимания, уважения и любви. У нас больше 10 лет у заповедника ведется дружба с художниками Карелии. И ежегодно они к нам приезжают на пленэры различного уровня. Вышло это все за границы Карелии, на северо-западный уровень. И во время пленэров несколько картин художники оставляют нам для выставок. И единожды даже у нас был пленэр на международном уровне. То есть приезжали художники-мастера из-за границы. Пленэр – это живописная техника изображения объектов в естественных условиях. Художникам, что раз в год собираются в заповеднике, открыты пути, недоступные для обычных туристов. Каждый приезд в них – это неделя работы в сердце Кивача. Приезжает группа там и питерские, и московские художники, Череповца, Вологды, Архангельска. Там есть два домика. Конечно, условия такие спартанские, но художники на это не обижаются. Как говорится, чтобы сверху только не лило. Вместе пишут, рассматривают другие работы, учатся друг у друга. Георгий Иванов приезжает на пленэры вот уже 50 лет. Здесь, на выставке, он стоит рядом с другим известным художником, также давно влюбленным в Кивач, Бадри Тапурия. Среди множества его работ есть даже картина на пленэре, застывший момент творческого созидания. Для художника это лучший способ выразить свои чувства к этим заповедным местам и своим товарищам. Михаил Платонов, Алексей Локтев, служба новостей.